Ассаляму алейкум. Сегодня 19 февраля. Мы находимся в поселке Нижнегорский, возле районного суда, где на сегодня назначено очередное, уже третье судебное заседание по существу в соответствии с статьей 205.6 в отношении Кадырова Айдера. Сторону защиты представляет адвокат Лилия Гимиджи. С ее слов, сегодня ожидается продолжение допроса свидетелей стороны обвинения. Это мой друг, я его давно знаю. Сегодня над ним, я так считаю, происходит несправедливость. И в результате мы видим, вот за моей спиной собралось очень много народа, ну, для того, чтобы поддержать и выразить свое несогласие. Пришли показать свою позицию, что не согласны с тем, что происходят суды незаконно по отношению к нашему соотечественнику, по отношению к мусульманам всего Крыма. Я пришел поддержать своего друга, потому что я его с детства знаю. И как бы не согласен то, что происходит. Смотришь на вот это все, да, и как можно хорошего человека, да, судить ни за что, да, вот, ну, как бы, у меня пазл не складывается, да, вот, по поводу этого. Только что закончилось судебное заседание в отношении моего подзащитного, Кадырова Айдера. В судебном заседании были допрошены двое свидетелей. Один из свидетелей – понятой, участвовавший во время обыска в доме моего подзащитного. Второй – специалист, также принимавший участие в обыске. Понятой однозначно заявил, что во время обыска права и обязанности ни понятым, ни специалисту не разъяснялись. Также, как он объяснил свое отсутствие на учебе, он сказал о том, что сотрудники ФСБ ему выдали справку, и, собственно, эта справка явилась основанием для его отсутствия на учебе. Но нужно напомнить, что обыск проводился все-таки в августе месяце, когда учеба в Крымском федеральном университете еще не началась. Поэтому данные показания я расцениваю исключительно как ложь и подготовленность данного свидетеля, скажем так, к данному допросу соответствующими структурами. Второй свидетель, которого мы сегодня допрашивали, это специалист Петр Казанцев. Свою необходимость участия в обыске он объяснить не смог. Сказал, что это предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом. Также необходимо отметить, что во время обыска, подменяя другое процессуальное действие, такое как допрос, моему подзащитному задавались вопросы. Задавались в отсутствии адвоката, который мог бы оказать ему юридическую помощь. Также все подтвердили, что у моего подзащитного отсутствовала возможность, в принципе, обратиться за помощью к адвокату, так как телефон сразу во время начала обыска был у него изъят. И прокуратура, и суд пытались добиться, какие же вопросы задавались во время обыска моему подзащитному, и что он на них ответил. Также обращаю внимание, что сотрудник прокуратуры уже не в первый раз перед и после судебного заседания находится в кабинете вместе с секретарями суда, что мной расценивается как действие на одной стороне поля. Таким образом, считаю, что есть явная заинтересованность и отсутствует беспристрастность в данном судебном заседании. Но пока говорить рано, будем ждать окончания судебного расследования и будем готовить свои доказательства невиновности моего подзащитного. Thank you.